Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по зарубежной соцсети GoHoots, где мы имеем возможность зарабатывать без вложений. Но в первую очередь, так как это социальная сеть, я ее рассматриваю как рекламную площадку. Без вложений можно рекламить свои проекты. Видите, вот мой пост я выложила. Ну, не одна я здесь выкладываю. Вот. И привлекать потенциальных рефералов. Вот. Абсолютно без вложений. Далее что? Хочу показать, как здесь мы можем зарабатывать без вложений. Официальный старт. Мне приходило письмо. Я надеюсь, вам всем приходило письмо. Назначено вроде бы на 1 февраля. Это значит завтра. Вот здесь, смотрите, друзья. Зарабатывать награды. Это я перевела на русский уже. Мини-задача. Нажимаем сюда. И у нас здесь два веб-сайта и одно видео. Нажимаем заявку сейчас. И мы можем просмотреть две рекламки. Требовать. И обратите, в правом верхнем углу идет отсчет времени. И мы вот такую капчу разгадываем. Нужно найти такую картинку. Находим. Все, мне вот столько денежек засчиталось. Далее. Возвращаемся обратно. Еще одна рекламка. Здесь уже 1 цент. И заплатят уже таймер побольше. 10 секунд. Опять мы разгадываем капчу. Вот такое количество засчиталось. Я возвращаюсь. И еще так. Мини-задачи. А, просмотр видео забыла. Сейчас еще одну нажмем. Также мы можем просматривать видео. Claim now. Вот заявку сейчас. И требуем. Включаем. Вот таймер опускаемся чуть ниже. Вот 5 секунд мы должны просмотреть. Включаем видео. All right, Betterbetonians, we are in ad flow and rolling. Thanks. Now, because we got... Все, нам за счет. Мы разгадываем капчу, друзья. Вот такой значок. Разгадали, все. Вы получили вознаграждение 0.2095. Ну, почти 1 цент. Так, далее. Я иду сюда. Кошельки. Нажимаю. И обратите внимание, у меня уже на балансе 5 центов USD. Правда, в биткоинах. Здесь у меня идет депозит, вывод. Здесь вывод. Так, запрос на снятие средств обрабатывается в течение 7 дней. Без каких-либо проблем. Обычно в тот же день или на следующий день. В зависимости от загруженности нашей задачи. Ну, сети, я так понимаю. Пока я ничего здесь не выводила и пока еще не проверяла на вывод. Да, я думаю, так полагаю, что еще минималка маленькая. Не знаю, друзья, сколько здесь минимальный вывод. Комиссия у них средств идет 5%. И что еще здесь? Надо будет установить адрес. Это все потом буду записывать видео. Код подтверждения, адрес электронной почты. Еще здесь мы будем получать код. Так, что еще я хотела вам сказать, показать назад. Здесь есть такая штука. Так, давайте я вам покажу. Меня спрашивали, где партнерская ссылочка находится. Вот здесь зарабатывать награды, мини-задачи. И здесь партнерский центр. Вы нажимаете на партнерский центр.
читаете вот эту всю информацию. Далее вот здесь уже самостоятельно все покликаете. И здесь вот вкладочка «Баннеры» находится наша партнерская ссылочка. Так, возвращаюсь назад. Я хочу здесь купить. Это не обязательно. Это я уже ради эксперимента. Хочу купить. Так. Нажимаю опять валет. И я хочу купить вот этот хэшпоинт. Понимаете? Так, максимизировать заработок, полный доступ ко всем функциям, получать дивиденды, больше преимуществ. Вот это я хочу. Значит, нажимаю сюда купить. Что они нам дают? Вот это, вот этот хэшпоинт. Это я уже ради эксперимента, как бы на свой страх и риск, хочу закинуть сюда $1. Каждый $1 равняется 10 000 баллов. И члены клуба получают больше 20%, что означает, что каждый $1 равен 12 000 баллов. Этот хэшпоинт или хупкоин, это значит поинты. Вы можете использовать хупкоин по всей сети или накапливать для получения еженедельных дивидендов. Дивиденды будут засчитываться каждый понедельник. Далее, что они нам, какую пользу используете, чтобы увеличить ваше сообщение, чтобы купить подписчиков, для покупки рекламы, так, для покупки наших услуг, чтобы сделать предложение людям, используйте так. И для получения еженедельных дивидендов. Вот это вот я и хочу испробовать, что у меня получится. Так, ну я хочу закинуть $1. Вы получите 10 очков, 10 поинтов. Способ оплаты. Так, надо сейчас поставлю я оригинал. И спайра попробую я. Так. Один. Вроде так. Не знаю. Паумент. Что мне сейчас получится? А ничего, что-то. Error USD. Так, давайте опять на русский. Ничего у меня не получается. Что-то значит купить. Так. Кошелек плательщика. Баланс плательщика. Так. И что мне тут написали? Ваш баланс в долларах не даст теперь уже. Есть всего 0 монет. Так, это надо что? Так, мои кошельки. Так, обновить сейчас. Подписка. Ага. Способ оплаты. Здесь не получится у меня ничего. Баланс плательщика по нулям. Ну ладно, сейчас я немножечко посмотрю. Значит, смотрите, мы как добавить. Сначала нужно добавить кошелек. Раз у меня баланс здесь 5 центов, есть вот здесь. Так. Установить, добавить, еще не установлен. Я нажимаю добавить, сюда я вставляю свой биткоин адрес. Нажимаю на желтую вкладочку. Так, все у меня установлен. И здесь я сейчас добавлю Pair кошелек. Так, проверяем. Нажимаю опять. Ну и все, мне добавлен 2 кошелька. Pair уже по желанию. И теперь я делаю что? Депозит на $1. Ошибка. Минимум $5. Не, ну я пока не буду $5 добавлять. Тогда я
Не буду пока ничего экспериментировать. Возможно, в будущем как бы я это сделаю. Минимум $5. Значит, давайте все посмотрим, если я нажму на вывод, что мне здесь напишут. Так. Количество. Давайте проверим. Я знаю, что все равно будет эта сумма маленькая. 0,58 у меня. Смотрите, 0,058 отправить на адрес. Комиссия за снятие средств 5%. Я получу. А, это вот. Мы отправим 2,055. Ну, 5 центов. Это что значит? Минималки нет. Ну ладно, я поднакоплю побольше, тогда уже буду проверять вот эту сумму на вывод. Потому что, ну, 5 центов, да, это совсем уже мизер. Видео и так затянулось. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Без вложений. Как рекламную площадку для потенциальных рефералов, это, конечно, хорошо. Здесь уже все сами посмотрите. Еще многие, как бы, вкладочки в разработке. Ну, будем проверять в последующем на вывод. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.